Добрый день, дорогие мальчишки и девчонки! Хочу с вами поделиться необычным рецептиком огурчиков. Обычные огурчики уже всем приелись, а когда достаешь что-то зимой, всегда хочется чего-то новенького, необычного и не такого, как всегда. Поэтому берите ручки, карандашики и записывайте мой рецептик. Берем огурчики. Обычно режем, как на обычный салатик, как у кого получается. Вот я порезала такими долечками. Затем берем стаканчик обычного масла подсолнечного, самое обычное, любое подсолнечное маслице. Вот. Затем берем стаканчик уксуса, тоже самый обычный, 9% уксус. 9% главное. Берем 2 столовые ложки горчицы, сухой желательно. Я нарезала чесночка меленько, вот его видно, вот меленько порезанный. Сейчас покажу, обычный мелкий чесночок. Вот, дальше. Чесночка порезанного берем 2-3 столовых ложки, кто насколько любит больше остренький. Дальше берем соль. 2 столовых ложки, без верха я положила, и стакан сахара. Плюс, кто любит перчик, я положила 2 чайные ложечки перчика, видно, он черненький, прям точечки, перчик молотый. И положила 1 лаврушечку, так ее помяла ручками. И все это оставила на 3 часа, оно у меня пустило сок. Сок довольно очень прилично за 3 часа пустила. Вот, потом я его перемешала. Вот так хорошенечко все. Видите, какой огурчик даже чуть-чуть, мне кажется, так промариновался и поменял цвет. Во-первых, можно кушать и сейчас. Вкуснятина неимоверная. Очень вкусненькое такое. Промаринованный огурчик такой. Если кто-то хочет под закусочку, кто-то хочет как салатик, картошечки, пюрешечки, очень вкусненько. Но я хочу это все сделать на зиму. Поэтому подготовила баночки, крышечки. Все это стерильное. Сейчас мы в баночки покладем эти огурчики, зальем этим соком. Конечно, неудобно и снимать, и рассказывать все. Вот. И это все поставим в кастрюльку с водичкой. Вот поприкрываем вот так крышечками. Я так, чтобы вас не задерживать, показываю просто все. И эти баночки поставим в кастрюльку вот так с водичкой налитой, стерилизоваться. Этот процесс после закипания занимает 10-15 минут стерилизации. Перевернем эти баночки, укутаем хорошенечко. И оставим остывать. Когда баночки полностью остывают, вы их или в подвал, или в холодное место выносите. Они прекрасно хранятся, прекрасные на вкус и очень легкие в приготовлении. Всем приятного аппетита, мои хорошие. И желаю, чтобы у вас вся закупорочка стояла всегда. И чтобы все необычное, все необычные рецептики, если у вас есть, вы со мной ими поделились. Все, сегодня у нас идет дождь. Такая погода не очень хорошая, но мы успели собрать огурчики. И вот сидим, развлекаемся. Конечно, у меня постоянно как консервный завод. Ну, сейчас хоть есть время, потому что когда солнышко, на огороде пока все соберешь, пока все переработаешь, времени нет. А сегодня времечко есть. Всего доброго, мои хорошие. Пока-пока.